Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик, и это у нас видеоролик с очередной халявкой для вас. Короче, один из моих подписчиков, соответственно, захотел устроить некий такой розыгрыш, раздачу, соответственно, халявки. Будет она, ну, чуть больше 2000 рубасов на сегодняшнем стриме, который пройдет в 18.00 по МСК, либо 18.30 по МСК. Я еще не знаю, просто когда начну точно. Вот, но халявка будет. Получается, там у нас будет 4 конкурса, в которых как раз-таки можно будет выиграть бабосики, дабы, соответственно, это дело все себе залутать. Вот, 3, как говорится, будет халявных, там просто все зависит от вашей, как говорится, интуиции. Ну и одно для товарищей-донатеров. Там тоже такая темка есть, кто у нас, соответственно, располагает бабосами. Вот, разыгрывает это все дело у нас подписчик с ником Гапик. Вот, за что ему большое и огромное спасибо. И решил для вас сделать такого некого плана, не знаю, раздачу, подарок на китайский Новый год, либо еще, либо на старый там Новый год, который уже прошел. Короче, праздники у нас вроде как продолжаются, и раздачи у нас тоже, соответственно, продолжаются. Вот, у нас будет, получается, 4 конкурса. Я сейчас вам скажу, какие. Они максимально легкие. Сперва будут 3 недонатных. Первое, за что вы у нас получите 660 рубасов на рулеточке, это нужно будет угадать слово. Слово, соответственно, связанное с танками. Оно состоит из 5 букв. Его нужно будет просто-напросто писать в чатике. Ну и, соответственно, гадать, что же это у нас за такое слово интересное. А вот второе имя нужно будет угадать, как зовут этого товарища. Вот, имя обычное, максимально простое, вот, поэтому, думаю, с этим тоже у нас не возникнет никаких проблем. За это у нас победитель получит 500 рубасов на, соответственно, рулетосике. Третья халявная штука, я, получается, дам вам, нужно будет зайти на мой дискорд-сервер, и в чатике я пингану как раз-таки товарища Габика. Вот, будет 2 загаданных числа. 2 загаданных числа, ребята, будет. Вот, нужно будет, соответственно, одно из этих чисел написать. То есть, 2 попытки будет у вас всего лишь назвать эти, соответственно, циферки, ему в личку написать. Вот, диапазон от 10 и до 50. 2 попытки, совершенно бесплатно, донатить ничего не нужно. Просто пишите ему в личку, допустим, там цифра 21 и 18. Он вам говорит, выигрыш или не выигрыш. Числа я, соответственно, все ответы я уже знаю. Поэтому за честностью можете, как говорится, не переживать. Ну и четвертое, тоже не тоже, а как раз-таки донатная тема. Для товарищей, которые располагают бабосиками, которые могут себе это позволить, нужно будет также угадать загаданное число в диапазоне от 10 до 50. Вот, кто угадает, получит также себе еще 5 фан рубасиков на халяву, на прокруту рулеточек. Вот такая у нас, соответственно, божественная и супер интересная халявка ожидает сегодня на стриме в 18.00 по МСК, либо 18.30, там уж смотрите за новостями. И залетайте, наверное, в Дискордик, потому что YouTube иногда уведомления о стримах почему-то не присылает. А чтобы не пропустить такую халявку, оно у нас бывает супер нечасто, мне кажется, стоит зайти и, соответственно, за всем последить. Всем удачи!